Ребята, всем привет! Ну что же, а мы с вами переходим к уроку 37, заданию первому. Итак, вы должны послушать рассказы Джим, Джима и Джилл и сказать, какие времена года они любят. И сразу выполним второе задание, ребята, в котором вы должны не только послушать рассказы, но и угадать картинки, которые им соответствуют. Джим! What season do you like? Winter or summer? I don't like winter. I like summer. I don't go to school in summer. In summer, I can ride a bike and play football. Summer is fun. And you, Jill, what season do you like? I like autumn. It's lovely. It's red. Orange, yellow, and brown. I like to walk with my dog in the forest in autumn. And I like apples. Autumn is the apple season. Итак, первый рассказ был от имени Джима, и он говорит, что он I like summer because you don't go to school on summer. То есть я люблю in summer. Я люблю лето, потому что ты не ходишь в школу летом. I can ride a bike in summer. Я могу кататься на велосипеде летом. И I can play football. Я могу играть в футбол. То есть соответствуют картинке B и C. Далее говорила Джилл. Она говорила, что I like autumn. Я люблю осень. Autumn is red, orange and brown. То есть осенью все. Красные, оранжевые и коричневые. По-моему, orange она сказала, да? Далее, I like apples. Я люблю яблоки. Autumn is an apple season. Осень – это яблочный сезон. И она также упоминает о том, что она любит I like to work with my dog in the forest in autumn. Да? То есть, я люблю гулять с собакой в лесу осенью. То есть, второму тексту соответствуют картинки A. Окей, ребята, ну а мы с вами переходим к третьему заданию. Вы должны сказать, какое время года вы любите и чем вы любите заниматься в это время года. Например, вы можете сказать, что I like winter. Я люблю зиму. И вы можете сказать I like to ski and skate in winter. Я люблю кататься на коньках, на лыжах и кататься на коньках зимой. А теперь, ребята, вы должны расспросить одноклассника о любимом времени года и любимых занятиях. Например, о любимом времени года. What season do you like? Какое время года ты любишь? What do you like to do? Второй вопрос. Do you like to do in... Например, если ваш одноклассник отвечает, что он любит лето, вы спрашиваете What do you like to do in summer? Или если ваш одноклассник говорит, что он любит зиму, вы говорите What do you like to do? Секундочку. To do in winter. Или What do you like to do in autumn? Что ты любишь делать и время года. Окей, ребята, ну, а мы переходим к заданию пятому. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно не забывайте подписываться на канал и, конечно же, не пожалейте, поставьте лайк этому видео. Итак. January. February. March. April. May. June. July, August, September, October, November, December. Времена года. January, February. March, April, May, June,
July, August, September, October, November, December. То есть январь, февраль, март, апрель, май и так до декабря. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Какие месяцы звучат похожие? Какие месяцы по звучанию похожи на русский язык? January. Есть сходство, да. February, февраль, March, март, April, да. Все месяцы практически очень похожи. Ну что же, а вы должны назвать месяцы в алфавитном порядке, да? Например, April, August, потом A, B, C, D, December, E, F, February, G, H, I, J, K, J, January, June, July, K, J, K, L, M, N, November, O, October, B, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Да? Окей, ребята, ну что же. И мы переходим к правилам. Названия месяцев в английском языке всегда пишутся заглавной буквы. Давайте их прочитаем, эти предложения. Ну что ж, ребята, давайте прочитаем предложение и посмотрим, какие месяцы пишутся с заглавных букв. She likes June and July. Do you like October? Она любит июнь и июль. Ты любишь октябрь? Мы видим, что месяцы June, July и October пишутся с большой буквы. Итак, ребята, новое слово look and learn, посмотри, выучи. A holiday, holidays, праздник, каникул. Ну что же, последнее задание, ребята, вы должны найти ответы Джима и Джилл на вопросы мистера Гринвуда. Первый вопрос. Do you go to school on Saturdays? Ты ходишь в школу по субботам? When are your summer holidays? Когда твои летние каникулы? When do you visit your granny? Когда ты навещаешь бабушку? Where do you like to walk in autumn? Где ты любишь гулять осенью? What season do you like? Какой сезон ты любишь? Итак, do you... Первый вопрос. Ходишь ли ты в школу по субботам? Ответ. No, I don't. Когда твои летние каникулы? И мы говорим in June, July and August. В июне, июле и августе ответ под буковкой E. Далее, когда ты навещаешь бабушку, ответ B on Sundays, по субботам. Ты любишь гулять в лесу, гулять осенью. Где ты любишь гулять осенью? И ответ C in the forest, в лесу. Какое время года тебе нравится? И ответ A, spring, весна. Ребята, ну а вы должны дать ответы на эти вопросы самостоятельно. Окей, ну что же, обязательно подписывайтесь на канал, переходите на следующее видео. Всем счастливо, удачи вам, всем пока.